Если вы любите Италию так же, как и я, но у вас нет возможности отправиться туда прямо сейчас, потому что вы находитесь на выставке Metro Expo 2019, то я предлагаю вам познакомиться с Валентино. Валентино, добрый день. Привет, привет. Расскажите, как владелец ресторана, что интересного сегодня происходит в ресторанном бизнесе? Ну, ресторан бизнес – это всегда для меня интересно, но, конечно, я жил уже 35-40 лет уже на бизнес-ресторанте я бываю. А Москва, ну, у нас все в порядке, все растет. Мы очень популярны. У вас большой популярный ресторан. Да, ну, мы популярны, но пока да. Расскажите о самых популярных блюдах, которые находятся в вашем ресторане. Ну, на все итальянские кухни, по нашему ресторану все знают. И по вот это пинца, это наше фирменное блюдо. Ну, очень вкусно. Это пицца, которая пинца. Возможно ли приготовить пинцу так же вкусно в домашних условиях? Ну, нет. То есть лучше все-таки рекомендуете пробовать это у вас в ресторане? Да, конечно. Вы должны приходить в ресторан, и там это будет отлично. Хорошим. Самая популярная пинца, которая у вас есть, со вкусом чего? Ой, с пекой труфелями. С труфелями? Да. Но русский любит все вот эти вкусные, немножко тяжелые, стронг, да? И, ну, и труфель – это самый популярный. Моя любимая – это маргарита, классика, либо пепперони тоже это вкусно. У вас наверняка существуют какие-то планы по расширению вашего бизнеса. Поделитесь? Ну да. Пиано-пиано, да, тика-тика, потому что, ну, время – это всегда тяжелое. И я люблю сделать степ-бай-степ, и только когда четко знаю, проект пойдет. Но все равно скоро открываем еще новые помещения. Ну, я думаю, через 2 месяца, и все. Где будет находиться ваш новый ресторан? Ну, это не секрет, просто я неправильно улица скажу по-русски, поэтому, ну, скоро будет открыто, 2 месяца на Ленинский. Это вот. Ленинский проспект. Ленинский проспект, да. Мы будем следить за вашей пиццерией. Я думаю, что в следующий раз мы встретимся уже у вас в новом ресторане, и вы обязательно позволите нам и нашим телезрителям продегустировать ваши фирменные блюда. Я тоже тебя жду, окей? Все, я жду все на нашей пиццерии By Bon Tempi. Пока. Очень ждем вас. Приходите, мы обещаем вам самую вкусную пиццу в лучших итальянских традициях.